только что из метро вышли дети. Там были разного возраста. Это летний, как бы школьная летняя программа была. И один из учителей, это был молодой парень, он русскоговорящий. И, правда, говорил он по-русски с таким сильным акцентом. И он с детьми разговаривая, он немецки говорит, что, слава богу, Россия вылетела из футбольного чемпионата. И он сказал о том, что болел и болеет за Бельгию, а до этого, естественно, за Германию он болел. И я стал с ним говорить по-русски, я говорю, почему так? Он говорит, ну, слабая команда у России, особенно слабый был вратарь, и этот человек, который бил пенальти, который промахнулся тоже, как можно умудриться так играть? И мы коротко поговорили на эту тему, а также на тему детей. Он ведет уроки спорта и немецкого языка. Вот такая небольшая информация и происходящее.